Всем доброе утро. По поручению главы сегодня оперативное совещание проводить я. О вопросах оперативной обстановки на территории города с прошедшей недели доложит Мишин Александр Александрович. Всем доброе утро. На прошедшей неделе по линии ЦДДС поступило 350 сообщений, по линии 112 поступило 350 сообщений. Из них полиция 61, пожарная охрана 22, скорая помощь 76, ГИБДД 3, газовая служба 2, ЖКХ 318. Все поступившие сообщения были отработаны. Также совместно с главным управлением МЧС России по Московской области 27 июня проводились учения по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации по улице Дачной, дом 37. Доклады, спасибо. Константин Владимирович, есть что добавить? Служба работала в повседневном режиме без жалоб и замечаний. О вопросах экономики на территории округа доложит Загвоздина Анастасия Викторовна. Доброе утро. В местный бюджет городского округа Красноармейск за прошедшую неделю поступило 10 939 553 рубля. Налоговые доходы мобилизованы в сумме 2 698 758 рублей. Доходы от использования и реализации имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, составили 248 489 рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов Российской Федерации 7 948 168 рублей. Доклад окончен. О вопросах инвестиций доложит Веселов Дмитрий Юрьевич. Доброе утро. За прошедший отчетный период было проведено 15 консультаций представителей малого и среднего предпринимательства. Проведено 9 консультаций по обращению потребителей. Выданы 3 предписания по незаконным средствам размещения информации. Произведены 2 демонтажа средств размещения информации. Был произведен демонтаж незаконной торговли предприятия КНИИМ. Был проведен рейд проверки магазина «Красное и Белое» на предмет содержания территории. Также был проверен магазин «Барвил» на предмет корректного заполнения ценников и нарушения норм торговли. Был произведен мониторинг торговых объектов по вопросу на оформление договоров ТКО. Выдача согласования средств размещения информации в количестве 6 штук. Доклад окончен. Спасибо. О вопросах закупок нам доложит Исаул Игорь Владимирович. Здравствуйте. На прошедшей неделе сотрудниками МГУ ЦГР проведено 2 рабочих совещания по закупкам, 2 заседания единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд. По результатам опубликовано 4 протокола. Внесено 3 единицы информации по системе ИАСУС в реестр контрактов ИАСУС и ИИС. Подготовлено и опубликовано 5 комплектов закупочной документации. Подготовлено и направлено 2 комплекта победителям закупочных процедур. Проверено 10 комплектов закупочных документаций муниципальных учреждений. Из них 2 комплекта документов возвращены заказчикам на доработку. Размещено 5 закупок у единственного поставщика в электронном магазине. Проведены осмотры и замеры на 3 объектах Красноармейска. По результатам составлено 11 дефектных ведомостей и 11 сметных расчетов. Доклад окончен. Спасибо. Молодой градостроительной деятельности территории округа доложит Токачева Варвара Дмитриевна. Доброе утро. По вопросам градостроительства. Подготовка документации к проведению публичных слушаний по вопросу принятия изменений существующих ПЗЗ. Опубликовано изменение ПЗЗ в Красноармейске на сайте и специальном выпуске газет «Городок». Проведена подготовка документации к предоставлению государственных муниципальных услуг. Проведены встречи с дворщиками проблемного объекта «Новая жизнь 8» совместно с Министерством жилищной политики Московской области. Также проведен встреча с подрядчиками «Стартенко» по вопросу капитального ремонта. По вопросам жилищной политики согласован подписан муниципальный контракт для приобретения жилого помещения детям сиротам. В ГАСУ ему заполнена форма отчетности за второй квартал 2019 года. Готовлен отчет за второй квартал по муниципальной программе «Жилище 2017-2021». Подготовлено и подписано постановление о создании рабочей группы по рассмотрению проекта благоустройства лесопарковой зоны «Банный лес». Специалисты отдела приняли участие в открытом приеме граждан в рамках ежемесячной встречи главы жительного города. Доклад окончен. Спасибо. По вопросам имущества на территории округа доложено я. Доброе утро. За прошедшую неделю работа прошла в штатном движении. Подготовлено 12 постановлений главы о закреплении территории за ее жителями. Подготовлено 6 постановлений о передаче нежилых помещений в аренду. Заключено 5 договоров аренды земельных участков. 2 договора купли-продажи земельных участков. Закрыты
12 муниципальных услуг модулей ЕСОУ. В рамках муниципального земельного контроля завершено на 99,1% плановый рейдовый осмотр земельных участков на предмет целевого использования и выявления бесхозяйных и самовольных объектов недвижимости. Заключено 3 договора спецнайма с детьми-сиротами. Заключен 1 договор соцнайма по обращению граждан. Подготовлено 2 постановления о предоставлении нежилого помещения безвозмездно пользование госучреждению Пенсионного фонда России. На основании этого подготовлен проект с указанным учреждением. Подготовлен проект административного регламента. Принято участие в ВКС, также совещание в Министерстве имущественных отношений, в Росреестре. Спасибо. А вопросы к жилищно-коммунальному хозяйству на территории округа? Лошадь Кораблев, Олег Анатольевич. Доброе утро. На прошедшей неделе на Мутищах прошло кустовое совещание по подготовке к зимнему периоду. В целом по городу работа идет нормально, но есть небольшое отставание по графику, в связи с чем есть просьба к управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям усилить эту работу. Также прошу МБУ, городское хозяйство, заблаговременно подготовить технику, закупить запасные части, расходные материалы, реагенты ПСС. Также была продолжена работа по заключению договоров на вывоз ТКО с СНТ. На сегодняшний момент еще 6 СНТ находятся в стадии заключения данных договоров. Значит, была размещена аукционная документация на благоустройство 4 дворовых территорий. Но все знаете, в субботу у нас были неблагоприятные погодные условия. Было несколько поваленных деревьев на проезжей части. Хочу поблагодарить отдел МБУ городского хозяйства за оперативное устранение этих проблем. Было отработано 87 обращений граждан на портале города. На этой неделе мы планируем начать ремонт дорог Новая Жизнь Пионерская, также Ямочная. Доклад закончен. Спасибо большое. О работе МФЦ доложит Ахапкина Надежда Викторовна. Доброе утро. За прошедший период учреждение работало в штатном режиме. Статистические данные. Через единое окно «Мои документы» получили услуги 717 заявителей. Принято заявок, выданы результатов услуг и оказанных консультаций по федеральным ведомствам 304 штуки. Выданы результаты 165, консультации 11. По муниципальным с такой же разбивкой 86, результатов 76. По региональным заявок 109, выданы результаты 34, консультации 2. Через региональный портал государственных услуг, это электронные услуги на базе МФЦ, принято 25 заявок. Услугами контакт-центра нашего МФЦ воспользовались 93 человека. Самые востребованные услуги для заявителей за прошедшую неделю. Первое место заняла услуга выдача единого жилищного документа, копии финансового лицевого счета, выписки из домовой книги. Эта услуга муниципальная, ею воспользовались 135 граждан. Второе место заняла федеральная услуга. Это государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Обратилась и получили услуги 112 граждан. И третье место заняла также федеральная услуга. Это регистрация на портале госуслуг. Ею воспользовались 63 гражданина. Доклад окончен. Спасибо большое. Вопросы здравоохранения доложит Мишина Светлана. За прошедшую неделю в поликлинику обратилось 3450 человек, на дому осмотрено 134 человека, скорая помощь выезжала 154 раза, в стационаре состояло 148 человек, круглосуточно 121, на дневном стационаре 27 человек, в реанимации находился 1 человек, в детском отделении 8 человек, круглосуточно 2, на дневном 6, ухаживающих 0, в постельных тяжело больных 17 человек. Доклад окончен. Спасибо. О вопросах образования доложит Лазарева Лариса Константиновна. Доброе утро. В прошедшей неделе у нас прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию школы. Это наши выпускные 9-11 класса. Прошел прием главных медалистов. 21 человек награждены медалью за особые успехи в учении. И им вручен сертификат о том, что они являются стипендиатами. Три микрофона.
Завершена первая лагерная смена. В июле у нас лагеря работать не будут, но на базе детско-юношеского центра будут функционировать площадки различной направленности, и родители могут отправить детей туда заниматься в течение 3 часов. Дети будут заняты полезными делами. На этой неделе у нас продолжается работа по подведению итогов учебного года. Мы сдаем отчеты Министерства образования по результатам государственной итоговой аттестации. Также началась работа в образовательных учреждениях по подготовке к новому учебному году и осенне-зимнему сезону. Вот так очень. Спасибо большое. Вопросы культуры, спорта и молодежной политики. Павел Вячеславович. Доброе утро. С 24 по 30 июня было проведено 21 мероприятие. В данных мероприятиях приняло участие 1450 человек. Наиболее значимым – это открытие международной выставки иллюстрации книги «Алиса в стране чудес. Время пить чай», «Единый день здоровья. Смотр конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы с детьми в летних лагерях». Делегация динармейцев приняла участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Падение социальной защиты против поздравления 1 миллиарда гражданства. С 1 по 7 июля запланировано проведение 16 мероприятий. Планировано количество участников посетителей 900 человек. Наиболее значимое – это митинг, посвященный Дню народного ополчения, и мероприятие в городском ЗАГСе, посвященное Дню семьи, любви и верности. Также с 1 числа по городу начал работать новый учебник. Доклад окончен. Спасибо большое. По вопросу в сфере социальной защиты населения, доложит Цыпленко на Александр. За отчетный период отдел социальной защиты населения работал в штатном режиме. Специалисты отдела вели прием населения. Произведены все выплаты по мерам соцподдержки за июнь месяц в полном объеме в установленные сроки. 27 июня на базе ресурсного центра городского округа Реутов состоялся форум «Серебряное волонтерство в Подмосковье». В форуме приняли участие более 150 волонтеров. В том числе и представитель городского округа Смоленск тоже принял участие в этом форуме. Продолжаем летнюю оздоровительную кампанию. Формируем группу детей из 13 человек из семей с трудной жизненной ситуацией для отправки на отдых в детский оздоровительный лагерь «Полярные зори». Это Анапа с 10 июля. И также формируем группу детей из 10 человек для отправки в детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса». Это с 10 августа. То есть это 3-4 смены. Доклад закончен. Спасибо большое. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан доложит Головачева Валентина Павловна. Доброе утро. За прошедшую неделю комиссия проводила 2 обращения граждан. Осуществлены 2 выезда в адрес для проверки жилищно-бытовых условий в отношении двух подростков, которые возвращаются из спецшколы закрытого типа, и с родителями проведена разъяснительная работа по вопросу дальнейшего обучения. 25 июня проведено заседание комиссии, рассмотрено 11 материалов, из них 5 административных. 27 июня на базе школы номер 4 совместно с отделом образования и инспектором ГИБДД дополнительно для заместителей руководителей по безопасности образовательных учреждений в рамках регионального проекта безопасности дорожного движения на тему «Маленький пассажир, большая ответственность» проведено совещание. Отработаны 2 заявления по вопросу трудоустройства. Также подготовлены отчеты за 2 полугодие областной комиссии. Спасибо большое. У меня такое объявление, Михаил Васильевич, хотел обратить внимание. На прошлой неделе у нас было несколько звонков от жителей улицы Лермонтова. Там снова объявились мошенники и находят очень действенный способ открыть дверь. Звонят и говорят, у вас сегодня будет собрание по поводу ремонта вашего дома. У нас вечером ждем главу, поэтому у нас поручение. Нам нужно проверить состояние ваших квартир, в каком состоянии там крыши до труб, канализации и прочее, прочее. Естественно, пенсионеры открывают просто безоговорочно. Вот у нас был шквал звонков в среду и в четверг, 2 дня подряд. Причем дальше очень интересно идет раскрутка. 2 молодых человека очень тактично говорят, вот нам нужно проверить, какие у вас тут трубы, туалет, ванны и прочее. Дальше начинается ох,
а вам здесь сделать ремонт, поменять все трубы, 1070. Вы пенсионер, тогда вам 50% скидка, 35 тысяч. Либо человек на это ведется, платит деньги. Если он не ведется, подписывает документ. Во всяком случае, вот мне одна женщина говорила о том, что она заплатила и ждет товарищей, которые придут ее менять. А вторая женщина, нет, я не согласилась, у меня нет денег. Но мне сказали, вот там акт о том, что мы были у вас, подпишите. Спрашиваю, а где второй акт? У вас есть дома акт? Нет, ничего, я подписал только один документ. Что в этом документе? Сам Бог знает. Поэтому, пользуясь случаем, хотел и к коллегам, журналистам обратиться. Пожалуйста, как-то давайте вместе предостережем наших пенсионеров. Спасибо. В четверг проведен мониторинг ДТМ площадок, если вы в курсе, наверное, Общественная палата Московской области при участии Главного управления социальных коммуникаций. Сегодня мы так кое нам дали задание направить протокол совместно с решением СОО ХАРП администрации о дальнейших действиях. Особое внимание обратить на установку контейнерных площадок. И сегодня же мы должны все подтвердить фотографиями. Ну, вчера мы проходили, конечно, состояние резко наших контейнерных площадок улучшилось, но еще есть большие-большие недоделки. Поэтому нужно будет на этот вопрос обратить внимание. Ну и второй чисто информационный. Общественная палата закончила сбор документов на увековечение памяти Валентина Константиновича Фирулина. Это разработчик РПГ-7. Обратились с просьбой жителей. Мы эту инициативу поддержали. Об установке мемориальной доски на улице Горького, дом 7, где он проживал. Ну, это довольно-таки известная личность в военно-промышленном комплексе, потому что до сих пор никто лучшего не придумал. В этом году ему исполняется 100 лет, поэтому сегодня документы будут переданы и в администрации, и в комиссии по увековечению памяти наших горожан. Спасибо большое. Также у нас наше оперативное совещание. Гридин Сергей Геннадьевич, это Центральный. Уважаемые коллеги, для нас сегодня является актуальным вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду. И с вашей территории, с некоторыми управляющими компаниями, возникло определенное недопонимание в вопросах содержания общедомового имущества. Поэтому по поручению главы города по итогам совещания в конце мы вместе со всем руководством Теплоцентрали и абонентской службы готовы задержаться вместе с управляющими компаниями, ответить на все вопросы, которые есть, и, надеюсь, снять те проблемы, которые и те вопросы, которые у вас имеются. Спасибо вам. Еще одно информационное. Завтра, 2 июля, в 16:00 в ЗК Ленина у нас состоят публичные слушания об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2018 год. Кому интересно, нужно по работе, надо присутствовать. Собственно, все. Через 2 минуты начинаем штаб.